Католическая церковь – это, конечно же, Рим. Связано это с тем, что древний Израиль долгие годы был частью Римской империи, а значит, все, что происходило в древности внутри метрополии, становилось частью забот всей империи. Апостол Петр – один из двух ближайших учеников Христа, тот, благодаря которому должна была быть создана истинная церковь Иисуса, желая рассказать о том, чему он был свидетелем, оказался в Риме. Это естественно, так как Рим на тот момент был действительно центром мира. Христианство победило, контролируя самое большое количество верующих. Католическая церковь стала одной из самых могущественных политических, финансовых, социальных и оккультных институций мира. За это следует сказать спасибо апостолу Петру. Давайте же отдадим ему дань, поклонимся и помолимся. Надеюсь, перевернутый крест находится у каждого из вас, христиане, дома. Вы молитесь ему, поклоняетесь, целуете. Каждый христианин должен носить его у себя на шее. Вот мы видим у одного из придуманных участников группы Гориллаз. У Мёрдока на груди мы наблюдаем перевернутый крест. Какой славный верующий христианин этот молодой человек. Огромное количество по всему миру молодых людей делают точно так же. В Википедии написано, что Мёрдок из группы Гориллаз сатанист. Он заключил сделку с дьяволом с целью стать всемирно известным гитаристом. А вам тоже, христиане, не нравится этот символ? Если да, то значит вы истинный сатанист и служите злу. Ведь этот крест – это крест Святого Петра. Один из важнейших и святейших символов в христианстве. Этот символ, так же, как и после распятия Христа, возник после распятия апостола Петра. Римляне в 67 году нашей эры сделали это таким необычным образом. Именно поэтому перевернутый крест – священный христианский символ, столь же святой и прекрасный, нежели крест, на котором страдал Иисус. Но, видимо, христиане, сатанисты, оккультные, различные, безграмотные, да какой угодно скот, не знают об этом и делают выводы, основываясь на том, что говорят им бездари священники, не знающие собственного предмета, или же телек и кинематограф. Ну что ж, друзья мои, будем заниматься просвещением, раскрывая и разгадывая запретные тайны и знания. Мы начинаем. Истинная мировая христианская церковь лишь католическая. Так считает она сама. Не какие-то там самозванцы-протестанты, не православные, не прочая новозаветная шушера, а именно католическая церковь. И это кажется весьма логичным, если учесть, что христианство началось с Римской империи, из города Рим, где сейчас находится могила, представьте себе, могила апостола Петра, родоначальника мировой христианской церкви. На могиле располагается храм Святого Петра. Это главный храм католической церкви и Ватикана. Быть может, подобная святыня такого уровня, могила и твердь, на которой будет создана Церковь Христова, находится где-то еще, быть может, в Москве, или в Печерской лавре в Киеве, или в Греции на Афоне, быть может, в Константинополе или Лондоне. Нет. Могила того, кто создает христианскую церковь, есть лишь в Риме, а значит, все остальные дешевые фальшивые самозванцы. Так изначально считала и где-то все еще на самом деле считает католическая церковь и многие католики. В 1054 году произошел великий раскол христианской церкви на западную и восточную, на католическую и православную. Всю историю до раскола католическая церковь считает своей, принадлежащей Ватикану. А если учесть, что католическая церковь утверждает, что апостол Петр, внимание, был первым римским папой, католической церкви уже почти 2000 лет. За столь огромный срок некая организация, для которой видимая чистота и праведность – залог власти, способна накопить огромное количество жутких секретов и тайн, в основе которых находится ответ на вопрос, кто в принципе создал католическую церковь.
Для чего она существует и кто ей управляет, добро или зло? Ответ на каждый из этих вопросов бесконечно интересен, и мы, конечно же, с вами сегодня узнаем страшнейшую и важнейшую тайну католиков. Секрет того, кто управляет Ватиканом, католиками, христианами и, конечно же, всем миром. Власть католической церкви незыблема. Вот уже много сотен лет. Прихожан католической церкви, несмотря на все скандалы, становится лишь больше. Католическая церковь пережила отлично и очень спокойно две мировые войны, эпидемию чумы, массовые убийства при миссионерской деятельности в Южной и Северной Америке, а также в Африке. Различные политические строи империи, политиков, холодные, горячие, гибридные конфликты, финансовые и даже педофильские скандалы. Казалось бы, все это должно отрезвить не только католиков, но и в принципе христиан всего мира, отлучив огромное количество людей от церкви. Но так не случилось, и власть священнослужителей по всему миру порой даже больше, чем политическая или даже полицейская. А Бога и церкви многие верующие боятся больше, чем криминального кодекса или даже смертной казни. И это, конечно же, удивительно. Почему так происходит? Потому что казаться каким-то важнее, чем быть каким-то. Так как скот принимает реальность и каждого в ней по одежке. И может даже так случиться, что человек, который пострадал не только морально, но и физически от действий насильника или похитителя, потом будет защищать преступника. Несмотря на все скандалы и кровавые грехи, многие из которых открылись и стали известны совсем недавно, католическая церковь всегда невинна и чиста, словно Дева Мария. В прошлом Канаде психлечебницам платили больше денег, чем приютам. Один из чиновников вступил в сговор с местной католической церковью, и 20 тысяч сирот поставили диагнозы, означающие психические болезни. Детей против их воли поместили в психлечебницы, а католическая церковь и канадский чиновник обогатились. Дабы спасти многих еврейских детей, во время Второй мировой войны их отправляли в католические семьи, где крестили и делали католиками. А то, не дай бог, детки погибнут и попадут в лимб, а не в рай. Добрый всемогущий бог католиков не принимает в рай никого некрещенного в католической церкви, даже если этот человек очень-очень хороший. После окончания войны Папа Римский дал указание не возвращать детей их семьям, так как нельзя вернуть католического ребенка в среду, где нет католического воспитания и доктрин. Фашист Франко во время Второй мировой войны отбирал новорожденных детей с помощью католической церкви у простых людей, отдавая взамен трупы погибших детей. На полном серьезе католические врачи и медсестры привозили из больниц трупы других детей, убеждая, что это их родные дети. При этом живых похищенных детей отправляли в благонадежные семьи, где будут растить достойных последователей фашиста Франко. Безусловно, очень-очень удивительно, откуда такое всеобъемлющее внимание со стороны католической церкви к маленьким детям. Такое близкое, плотное личное внимание, как ни у какой другой церкви. Наверное, потому что дети – это будущее, а все религии на земле – это болезнь, передающаяся половым путем во время сексуального соития, размножения половым путем. Верующие создают верующих, мусульмане рожают мусульман, христиане – христиан, иудеи – иудеев. Поэтому после рождения нужно как можно быстрее поставить клеймо корове, чтобы указать ее хозяина, покрестив или обрезав, заявить всем окружающим: «Все, это наша корова». А если ты уйдешь куда-то в другое место, корова, ты будешь, мразь, гореть в аду. Прими это и смирись. Католическая церковь, конечно же, мистична. Очень. Католическая церковь оккультна. Благодаря оккультности и правде она знает, кто истинный хозяин планеты Земля
и землян этой фермы, на которой мы обитаем. Они знают, кто истинный библейский Бог, кто есть Бог Отец, Бог мусульман, иудеев, католиков и православных. Это знают не только они, но и прекрасный пророк и чудесный христианин. Лысый, не очень харизматичный и умный, но такой искренний парень Антон Лавей. Взгляните только рядом, с каким прекрасным символом он находится. Как же чудесно, когда этот символ на своих футболках и цепочках в виде кулонов на шее носят люди, мужчины, женщины и особенно детки. Видишь этот символ, и сердце радуется. Надеюсь, вы все, мои маленькие христиане, любите этот символ, молитесь ему, носите и целуете. Как нет? Не может быть. С чего вдруг Антон Лавей, основатель и глава самой знаменитой церкви сатаны? Вы все меня обманываете, не хочу вас слушать, христиане. Ведь перевернутая звезда двумя острыми углами вверх – это один из самых ранних истинных христианских символов. Именно поэтому его размещали на многих христианских храмах. Именно поэтому с этого символа началась христианская церковь, католическая и православная, да любая в конце концов, так как этот символ стоит рядом с христианской хризмой или лабарумом на его печати. У человека, который создал христианскую церковь, фактически и Новый Завет, или тупые и невежественные религиозные свиньи тоже этого не знают. И одни клянут истинный символ христианства, а вторые совершают вместе с этим святым и чистым символом грязные черные ритуалы. Все как всегда. Чернь есть чернь, и она ничего не знает сама о себе. Скот есть скот. Родись, жри сено, размножайся, давай молоко, сдохни. Вот удел скота. Да, дорогой зритель, этот символ изначально был символом раннего христианства, самого Христа, и был им достаточно долго. Даже Андрей Рублев на иконах рисовал этот символ. Но тупые животные, насмотревшись разного дешевого дерьма в кино, считают иначе. Ну или здесь очень кошмарный и страшный вопрос. Вся христианская церковь, и в частности католическая, на самом деле сатанинская церковь, поклоняющаяся князю мира сего, сатане. Именно поэтому распятие – сатанинский символ убийства, как и перевернутый крест, на котором убили апостола Христа. И так как католицизм – это сатанинская церковь, как и все остальные христианские и авраамические, в каждой церкви так много времени уделяют распятию, которое демонстрирует победу сатаны. Ведь он там висит беспрерывно и мучается. Он несчастлив, ему постоянно там херово. Почему бы не разместить Христа в церкви счастливым? Пф, кому это надо? Пусть висит и страдает. То есть, если говорить о символах и о церкви, то в них, скорее всего, не понимают ничего не сатанисты, а христиане, не понимающие, что все, кто верит в библейского Бога, поклоняются злу, сатане, дьяволу. Называйте как хотите, суть этого не меняется. Давайте доказательства быстрее, нулевой пациент. Итак, змей – это зло, которое отлучило людей от Бога. Вот вам змей, из пасти которого вещает католическая церковь. В православии вокруг кадуцея самого патриарха вьются змеи. У иудеев Моисей с рогами, а у мусульман Хубал, то есть Баал, бог, которому приносили в жертву детей, у которого рога на голове. Бог небес и луны, покровитель Мекки. Считается, что он был главным божеством Мекканской Каабы, в самом центре которой стоял идол Хубала. Именно поэтому символ ислама и Хубала, то есть Баала, месяц, луна. Весь мир принадлежит сатане и злу.
Вы ничего не сделаете с этим коровой. Вы уже проиграли. И нам наплевать, знаете ли вы правду об этом или нет. Чернь и ничтожество. Отдавайте элемент коровы, отдавайте элемент и все, твари. Человек, создавший христианство, сам император Константин был язычником и поклонялся солнцу, которым в поздней античности был в Древнем Риме Аполлон. Тот, кто несет свет, лучезарный, эталон мужской красоты, как и надлежит быть красивейшему из ангелов, а именно падшему. Иоанн Богослов в Откровении, где говорится о конце света, говорит об Аполлоне, как о зле. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны. Понимаете? Ангел бездны. Какой-то такой у нас ангел бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполлион. Это не я придумал. Это написал вроде как второй самый близкий ученик Христа, Иоанн Богослов. И говорит он об ангеле бездны, Аполлионе, то есть Аполлоне, которому поклонялся император Константин, чей символ печати – перевернутая пентаграмма, символ сатаны. Он и создал христианскую церковь и католицизм. Католическая церковь и Ватикан, в отличие от остальных рабов, не парится, так как знает, кому надо поклониться и чьи указания исполнять. Они ничего не боятся, потому что боятся некого. Ведь доброго и хорошего Бога землян и человечества просто нет. Нет того, кто был бы субъектен по отношению к земле, добрый и мог бы соревноваться с богом зла, которому принадлежит наша ферма. Он, конечно же, не бог зла, он просто хозяин, у которого есть определенные цели, и его зло – лишь наша оценка его действий. Поэтому католическая церковь не нарушает никаких правил, делая даже самое страшное зло, по нашему мнению, демонстрируя змею из пасти, которой вещает, или кадуцей со змеями. Все хорошо, все в истине, которую они знают и которую не должна знать чернь. А именно, что католическая и прочие христианские церкви исполняют волю и канон того, что человек считает злом и называет злом сатаной и дьяволом. Единственного, кто мог создать проблемы, распяли. Он помер. А воскресение и возвращение, кто знает, быть может, все это выдумка. Существуют источники иудейские, где указывается, что те, кто знает толк в ангелах и богах, кто и создал христианство и ислам, а именно иудеи, называют Самаэля ангелом-хранителем Рима. Прочитайте букву «М» в слове «Самаэль» на греческий лад, как «Т», и будет вам Сатаэль, то есть Сатана, ангел-хранитель Рима, место, где появилась христианская церковь и где функционирует самая могущественная церковь, а именно католическая. Именно поэтому они так могущественны, именно поэтому нерушимы, именно поэтому переживают все беды и исторические перипетии с легкостью, ведь они служат истинному хозяину мира сего. То, что для человека всесильное, порабощающее зло. Не нужно этого стесняться, не нужно этого бояться, нужно просто это принять, как нечто имеющееся и естественное, на что мы никак не можем повлиять, например, как на жизнь или смерть. У каждого человека есть выбор сопротивляться гигантской лавине, для которой он муравей, или же подчиниться, как все умные коровы, договориться, молиться, делать то, что ему надо, и, быть может, за это корова получит больше
больше сена, чем остальные. Можно убивать и умирать во имя его, ругать, бить, сжигать, завоевывать, унижать. Все это делает католическая церковь, и никто ее не осудит, так как главный судья – часть этой машины. В наше время так же и у людей. Президент всегда может сказать, какой вердикт вынести судье, и все это схавают. Даже если наказывают ни в чем не повинного человека или убивают его в колонии. Поэтому все хорошо, и мы чудесно отображаем нашего Бога, нашей церкви, наших священнослужителей. Ватикан мистичен и оккультен. Он использует эту оккультность, и это дает ему безграничную силу, которая ни с чем не сравнится. Многие страны и строи падут, католическая церковь будет стоять до конца и давать отчет, когда истинный хозяин нашей фермы вернется для финальной жатвы. Весь канон, все церемонии, все службы католической и любой другой церкви – это ритуалы. А как известно, вся ритуальная магия черная. Так почему же это не распространяется на католиков? В некоторых службах, которые проходят в Ватикане, упоминается, внимание, Люцифер. Католическая церковь утверждает, что есть такой святой в католицизме, и именно его во время службы и вспоминают. Но это неправда, так как в службах весьма редко упоминаются святые столь мелкого масштаба, как Люцифер Каларийский. То есть мы этого просто не знаем. И в службе католическая церковь действительно может упоминать Люцифера, падшего ангела. Люцифер означает несущий света. Аполлон, как известно, бог света, лучезарный, сияющий. Знаменитейшая из всех существующих статуй Аполлона, Аполлон Бельведерский, находится, угадайте, где? Как раз в Ватикане, главной обители католической церкви, там, где ему и место. Все на своих местах для тех, кто знает правду. У католической церкви огромное количество тайн, самая большая из которых – ее верующие. Вы, каждый человек. Самая большая загадка – это вопрос, для чего вы им? Зачем вы, в принципе, церквям и религиям? Зачем вообще нужна миссионерская деятельность, политая кровью? Зачем ехать в какое-то невозможное захолустье, нищету и голод, жару и холод к людям, у которых с их религиями и верованиями все хорошо, и убеждать их, что Бог, который с удовольствием убивает младенцев тысячами или людей за их интимные предпочтения, хороший, справедливый и правильный Бог, очень добрый и любящий, а кто в это не верит, пусть, сука, умоется кровью. У католической церкви на данный момент огромный приток верующих. И знаете, где это больше всего происходит? В Африке. Даже в странах, где всегда был очень хорошо развит ислам. Африканские страны сейчас переживают бум рождаемости. Если вы посмотрите на самый высокий коэффициент рождаемости в мире, то на паре десятков верхних позиций вы увидите лишь практически африканские страны. А как известно, религия – это болезнь, передающаяся половым путем. Вот католиков и становится все больше в Африке. Неужели у католической церкви мало денег? Или власти, или верующих? Они все настолько сердобольны, что так волнуются за верующих, чтоб трудиться веками, чтоб те не попадали в ад. Ну, как известно, небольшие шалости с маленькими обнаженными мальчиками не сильно навредят попаданию в рай. Это знают все. Как и убийство во имя Бога. Так что простым людям переживать особо нечего. Зачем же тогда религиям, церквям ты? Зачем ты Богу? Зачем
Бог тебя создал. Ему было скучно, одиноко. Он создал тебя из любви к тебе или к себе, или потому что увидел, что это хорошо. Бог, хозяин человека, знал, для чего создает каждое из нас существо. В нас есть огромный смысл, потому что без нас Бог не Бог. Без нас могучие ангелы не ангелы. Вот нас нет, как нас не было при динозаврах. И нет Бога, что ли? Нет религии? Бегает какое-то рептильное говно миллионы лет, жрет друг друга, и никаких храмов тебе, поклонения, страха, никакого величия. И вот появляемся мы, и появляется нечто запредельное, Бог, которого мы должны любить и бояться, потому что Он как бы создал нас. Любовь и страх – две самые сильные эмоции в человеке, всеобъемлющие, заполняющие все. Они должны быть направлены на Бога, и каждый верующий знает об этом. Почему? Потому что Бога нет без этих двух эмоций, направленных на Него. А что если мы, соблюдая некие правила и канон, будем направлять одну из этих эмоций не на Бога? То есть мы забудем о Нем и направим это целиком и полностью на какого-то ребенка, например, своего. Разве наш Бог на это обидится? Разве не этого Он хочет? Да, Он обидится, и Он уже делал это по большому счету не раз, прося Авраама убить своего ребенка, чтобы человек доказал, что он любит больше даже, чем свое чадо. Поэтому свое чадо нельзя любить больше, чем Бога. И вы верите в этого Бога. Молодцы! 5 баллов! Но все же, что если не делать всего того, что от нас просит Бог, и все надежды и веру направить на себя и того, кого ты любишь? Может ли этот некто в таком случае стать Богом, когда мы относимся к нему как к Богу? Или, быть может, ты или тот, на кого ты направляешь любовь и веру, сможет сделать то, что свойственно богам? А они, как известно, могут все. Ферма под названием «Планета Земля» была создана лишь с одной целью, чтобы сделать ее хозяев богами, способными долго жить и творить чудеса. Все, что происходит с нами, это лишь ежедневная выкачка некого элемента молока из человека, который уходит хозяевам. Если человек оставит его себе, то он сможет творить чудеса или, скажем так, делать так, чтобы жизнь выполняла твои условия, а не наоборот. И у меня этому огромное количество не только эзотерических, но и научных фактов. Именно благодаря этому можно добиться того, что хочешь, значительно быстрее и не так мучительно, как основное количество коров, населяющих эту ферму, чье молоко, то есть элемент, отбирают против ее воли, и она даже не знает об этом. Элемент хранится и накапливается в спинномозговой жидкости. И именно спинномозговая жидкость делает, друзья мои, вот это. В центре вашего мозга находится полость, называемая третьим желудочком. Третий желудочек представляет собой срединное пространство. Его границы – гипофиз спереди и, внимание, шишковидная железа сзади, а также таламус и гипоталамус по бокам. Это пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Одним из основных факторов движения спинномозговой жидкости является дыхание. Это МРТ – изображение головного мозга. На изображении D вы видите изображение того, что увеличено на изображении B. Это увеличенное изображение третьего желудочка. На серии снимков изображен поток спинномозговой жидкости, который виден как яркое пятно, возникающее в третьем желудочке во время правильного особого вдоха. То есть невозможно никаким иным образом активировать шишковидную железу, кроме как через спинномозговую жидкость, наполненную элементом. То есть есть научное обоснование, какие процессы происходят в организме для того, чтобы прокачивать и делать более живой и более активной пинеальную, то есть шишковидную железу. То есть мы говорим о науке. Все, больше ничего не надо. И все
то, что вам втирают и парят по поводу активации пениальной железы шишковидной с точки зрения эзотерики и прочей лабуды, это просто конченый разводняк. Ради этого элемента существует твоя реальность, человек. Несколько раз в год я провожу онлайн-курсы. Да, провожу и горжусь этим. По накоплению этого самого элемента с последующей его реализацией на себя. Результаты ошеломляют. Ёперный театр, у меня лампа выключилась. Ох уж мне этот элемент. Несколько раз в год я провожу онлайн-курсы и очень горжусь этим. По накоплению этого самого элемента с последующей его реализацией на себя. Результаты ошеломляют. Следующий курс стартует 29 апреля. Его длительность 49 дней. Пройдя его, ты сможешь понять суть всего происходящего с тобой и вокруг тебя. А главное, сможешь исполнить желание и получить то, что хочешь. Приветствую, меня зовут Анна, и я бы хотела сегодня поделиться с вами своим отзывом о прохождении курса у Петра Крыжановского. Если честно, перед тем, как идти на курс, то я не ставила себе четких целей и не загадывала какие-то материальные желания. В первую очередь, я шла за знаниями и за той самой дорожной картой. Но как по итогу, я получила намного больше. Это крутые глубокие знания, это очень удобное в использовании дорожная карта, которая очень понятная. Да, на протяжении курса со мной стучались даже приятные материальные неожиданности, чему я была очень рада. В целом, после прохождения курса моя жизнь изменилась очень круто и в хорошую сторону. Всем, у кого есть возможность, очень рекомендую пройти этот курс. Его детали, условия, суть и интереснейшие отзывы о нем будут в группе в Телеграме, в которую вы можете перейти по ссылке в описании под этим видео. Жмите прямо сейчас и переходите в группу, ознакомьтесь с тайной об элементе и о том, на что он способен. Те, у кого возможности попроще, могут прочитать мою книгу «Восхождение». В ней есть все ответы на вопросы об элементе. Чтобы ее заказать, жмите на ту же ссылку в описании прямо сейчас под этим видео. Переходите в группу Телеграме и пишите «Книга» в комментариях, и с вами сразу свяжутся. В остальном, готовимся к курсу 29 апреля. До этого дня достаточно времени, чтобы подготовиться. Со мной или без меня, человек, запомни, ты должен оставить элемент себе. Уважаемый зритель, спасибо, что был со мной. Прости меня за то, что, быть может, тебе не нравится то, что я делаю. Но делаю я это лишь для того, чтобы правду знали все, как можно больше людей. Анни Коров. Не забудьте подписаться на канал и до скорых встреч. И помните, если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление. Пока!